школах городского округа Люберцы прошла неделя добрых дел. Этот проект стартовал по всей Московской области по инициативе школьников и волонтеров. В течение 5 дней дети, их родители и педагоги участвовали в благотворительных акциях и мастер-классах. Подробности далее. Здравствуйте, незнакомый солдат. Я вас не знаю, но восхищаюсь вами. Служба ваша нелегкая, но очень важна для всей страны. В своем письме мне хочется сказать тебе большое спасибо, ведь ты защищаешь нашу страну от врагов. Письма солдату воспитанники кадетской школы пишут не впервые. С начала СВО здесь регулярно проводят сбор гуманитарной помощи. В коробке с необходимыми принадлежностями и продуктами обязательно кладут рисунки, послания с наилучшими пожеланиями. Еще один презент для защитников, сделанный детскими руками – имбирные пряники. Сладкие подарки школьники украшают разноцветными пищевыми красителями. Это цвета флага России. Белый, синий, красный. Мы хотим подарить военным пряники, подняя им настроение. Письма и пряники для поднятия настроения, для надежной защиты на поле боя, маскировочные сети. Необходимый военный атрибут ученики этой школы создают впервые, но им помогают родители-волонтеры. И вот буквально за 4 дня изделие готово. На переменках подходим, в любой момент можем сплести сеть. На самом деле дело несложное, просто нужно привыкнуть, приловчиться, и все. Нужно поддерживать наших братьев, собратьев, как бы соотечественников, которые воюют на фронте сейчас. Сетка 3х6. 3х6 стандартная сеть. Вот, и мы плетем их так, специально подбираем рисунок для того, чтобы можно было их стыковать. На один танк идет не меньше 3 сетей. Небольшой наш вклад в победу приблизит ее. Победа будет за нами. Неделя добрых дел совпала с Масленицей, поэтому в перерывах между работой блины с разными начинками и возможность самому испечь главное праздничное блюдо. Такая атмосфера царила в течение 5 дней в 30 люберецких школах. В благотворительной акции, которая зародилась в 2022 году по инициативе волонтеров и школьников и при поддержке губернатора Андрея Воробьева, приняли участие порядка 25 тысяч школьников городского округа Люберцы. Конечно, ребятам на передовой очень приятно получать такие подарки, презенты от наших школьников. И, конечно, здесь им хочется сказать большое спасибо за то, что они не остаются равнодушными и помогают фронту в неделю добрых дел или в оставшиеся 51 неделю в году. Здесь эта работа поставлена на поток. Ну, я считаю, что неделя у нас прошла замечательно, потому что по всем 4 активностям мы очень хорошо поработали. Сняли со станка нашу первую сеть, которую мы сплели вот эту неделю. Тоже будем это продолжать. Неделя заканчивается, а дела добрые продолжаются делаться. Помогать защитникам и поддерживать их как морально, так и материально педагоги и воспитанники образовательных учреждений округа считают своей главной задачей. Почти в каждой школе Люберец учатся ребята, чьи отцы находятся в зоне проведения СВО. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.